Лидик, еще лейтенантом. Я туда распределился, он как раз из Мозамбика вернулся. А вот, Лида, начало моей службы, я помню первого в своей жизни, ну именно уже в офицерской жизни, первого своего генерала, который был у нас там командиром дивизии 1-й гвардейской штурмовой авиационной. В училище они были начальники, начальник училища, его заместитель, у нас там было 3 генерала. Вот. А дальше уже по службе это были люди, которые нами командовали. И я всегда говорю, мне в жизни с генералами везло. Уверен, что не каждый может подписаться под такими словами и сказать, что у него все было здорово. Вот у нас был командир дивизии, гвардии генерал-майор Анатолий Иванович Болдырев. И потом я уже когда в Минск перевелся, как-то мне вот, ну действительно, это были умнейшие люди. И сегодня уже, будучи, ну, гражданским человеком, ну хотя как бы я себя таковым не считаю, потому что все равно очень плотно связан с силовыми структурами, будучи тележурналистом. У меня много друзей, вот, которые носят это звание или уже сегодня в запасе, в отставке. Многие сюда приходили на концерты сегодня, но, к сожалению, не удалось всем им, потому что, ну, мероприятия и так далее. Сегодня утром мне звонил Анатолий Васильевич Сурцуков, про которого уже говорил, легендарный вертолетчик, генерал-лейтенант, там все поздравлял. Я все к чему? Недавно вот был на дне рождения у своего тоже очень близкого друга, командующего 4-й армией ВВС и ПВО Виктора Михайловича Севастьянова. Не знаю, сын пришел или не пришел, Максим. Ага, вот, да, командир истребительного авиационного полка города Курска Су-30. Вот. Замечательный отец и самый замечательный летчик. Вот. Кстати, вот на дне рождения у Виктора Михайловича состоялась эта премьера песни совсем недавно, ну вот на такой уже широкой публике, наверное, первый раз. Это, наверное, ну, это посвящение вот этим людям, которые у меня, которыми я горжусь, вернее, как сказать, дружбой с которыми я горжусь, и у которых очень непростая судьба и еще более непростые, скажем так, обязанности и ответственности. Но песня называется очень просто. Генерал. Жизнь прожить, не поле перейти. Ну а если в небе ты живешь, значит, облаками ты пойдешь, гроз не сбегая по пути. Если смог летающим ты стать, крыльями за небо ты держись. Ты ему доверил свою жизнь, значит, будь готов ее отдать, коль уж научился летать. И во сне, и наяву уносился в синеву, ввысь подняться он всегда мечтал. По кривой или напрямик, жизнь стремительна, как миг, но летать за годы не устал. Всю жизнь по небу прямо шел, легких он путей не выбирал, летный, не паркетный генерал. Не любил он кабинетный стол, кабинет иной предпочитал, где он в кресле, но совсем в другом, тоже с ручкой, но не за столом. В бой ходил нередко генерал, в этом кабинете он летал. Жизнь, она как пилота, что вдруг, что порто вираж, от судьбы подарков он не ждал. Кто-то скажет, что везло, в небе всем смертям назло, даже где без шансов побеждал. Генерал. Есть свой крест у генеральских звезд, званием назначен и судьбой, отправлять людей приказом в бой, тех, кого помянут в третий тост.
он и без приказа был готов на задание в вечность улететь. Предпочел бы сам он умереть, чем смотреть в глаза детей и вдов, не найдя для утешения слов. В небе не всегда Эдем, Бог вернуться даст не всем. Генерал, конечно, это знал. Не прикроешься никем, шапкой, мономаха, шлем. Нужно оставаться как металл, генерал. На комбезелёдном нет погон, и в пожарище любой войны в небесах все летчики равны. Вместе переходят Рубикон, как в рулетку русскую играл. Он со смертью сколько раз не счесть, на земле и в небе свою честь он не уронил, он не заморал. Значит, настоящий генерал. В небе или на небе жить может только Бог решить. Генерал из двух не выбирал. У него один был путь, на котором не свернуть. Не свернул нигде и не упал, генерал. Генерал. Спасибо. Песня, ну, она всем известная. Просто я как-то вот, ну, пока пел про генерала, вспомнил Виталия Егоровича Павлова, который, ну, наверное, самый главный человек во всей армейской авиации, который в том числе летал на этой замечательной машине. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, на пределе, на износе, я Ми-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне вольно, нахватал я пуль довольно. Ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износ, я не 8. Я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. К
где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Ну, я спою эту песню сегодня точно.